Всем привет! Ну, может, ты тоже скажешь? Всем привет! А, хорош. Сейчас я... Мне сейчас грузить постройку? Ну, наверное, сейчас. Так, сейчас моментальную загрузочку включим. А! Эй! Заходи. Все, спасибо. Ну, что это такое? Очень круглая такая ракета. А где тут вход? Иди сюда, минус. Лифт не работает. Не работает? То а вот это что такое? Его мои глаза поломали. А, это костюм космонавта. Короче, одел я шлем. Немного, конечно, странновато выглядит. Это не болит. Ну ничего, пойдет. Я еще пытался ногу одеть, но она... Вообще... Ладно, пошлите. Ой, какой я космонавт, радостный. Что у меня с ногой? Я только что включил ракету. А, что с моей головой происходит, когда я прыгаю? Все, полностью одевшись в костюм космонавта, я полностью готов. Ага. А все остальное, воздух, хранилище, это не важно. Парализовала. Нету костюма. Что с тобой? Космонавт должен быть большим, я так подумал. Ладно, без костюма поедем. Пошли, я готов. Какой-то я космонавт неправильный. А то, что голова у меня не на шее стоит, мне не нужен воздух? Ладно, лифт у нас сломался, поэтому полетели наверх. Я так много покушал, что не могу лететь. Я знаю, мне нужен супер джетпак, который летает очень высоко. Мне нужно немножко похудеть. Немножко. Все, я похудел. Так, о, как тут красиво все. Очень вообще красивая детализация. Луна. Ну, я отключил маску. Потом на Q. Вау. И потом на английскую S. С у меня... А, вот. Всё. Полетели. Стоп. Сейчас вспомню, как летать. Вспомнишь, как летать? Они отвалится... Они выше нас полетели. Они Луну облетают по кругу. Вы на ракеты. Давай летим к Луне. Ой, у нас опять что-то отвалилось. Падаем уже. Ой, что-то парашют не работает. Это был самый быстрый полет в истории человечества. Мы уже вернулись. И аж 5 минут. Если так упал, то можно получить сотрясение мозга. Мы даже 5 минут не полетали, уже вернулись. Угу. Давай-ка пройдемся здесь, посмотрим все полностью. Это что? Это блокпост. Фиксацию отключаем, а я в него зайти не могу. Надо взломать дверь. А. Теперь можно. Спасибо. У сервопривода обратный поворот включи. Во, какое дело. Все, я приехал на эту базу. Я совсем... Сейчас, давай. Ты меня решишь, пропустишь или нет? Иди. Я совсем нормальный человек. Пришел сюда. Ты ненормальный человек. Да нормальный я. Вот, теперь нормальный. Заходи. Попробуй закрыть. Я держу шлагбаум. Ой. Так, пошли-ка сюда. Это что тут за атомные разработки? Топливо. Меня жмыхнуло. Я попал в безвыходную ситуацию. Что делать? Я застрял. Ой. Как что? Подстраиваться тыквами. Ну, в этой ракете мы, наверное, все посмотрели. Тогда давай дальше. Ок. Это грузовик. Очень похож на грузовик Кримсона. Только у него детали были очень круглые прям. Вообще очень много кругов было. Я его построил, потом увидел, что
У Гримсона тоже. А, ты его уже строил, да? Потом увидел, что есть юг. Так, ну, он ездит, и он даже дрифтит немного. Это прикольно. Потому что колеса ты сам сделал, и там на сервоприводах. Я знаю, как убрать дрифт. Потому что ты сервоприводы поставил, они дрифтят. Так, дальше, тут есть какие-то кнопки. EQ, что-то не понял, что делают. Есть еще G. Окей, да, как будто я по льду еду. И прицепить прицеп или ты сам? Сам. Я уже прицеплял не раз. О. Теперь притянемся. Ну ладно. Как бы не так, ну ладно. А как? Сейчас все будет. Не так быстро. Сейчас подъеду, подожди, терпение. Сейчас. Чуть-чуть еще осталось. Почти подъехал. У тебя есть права? Что? У тебя права есть? Права? Ну, я даже не знаю. Сейчас я припаркуюсь. Да нормально все. Не переживай. Чуть. Все, я подъехал. Моя кровно. Давай. Что дальше? Парку? Думаю, тут можно поставить... Нет, я говорил, что дальше. Я говорил, что прицепить. Я столько подъезжал, а ты... Так, опускай, сейчас я все сделаю. Так, сейчас осторожно подъедем. Так. Немножко не так. О, вот так. Нет. Сейчас все будет. Я ж профессиональный водитель. Ты меня уже 5 раз сбил, даже больше. Ну простите, но тебе ж не больно. Или назад. О, все, теперь нажми Г. Нажал? Не, назад. Назад, окей, сейчас. Все, теперь нажми Г и стрельни в прицеп. Ну вот, серый штурпак. Да не, стой, и нажми Е. Да, эти убрать. Вот погоди. Погоди. Готово? Типа да. Типа да. Нет, стой, я колеса не подключил. Интересно, а что если грузовик на большой скорости врежется в кибертрак? Да. Толстый. Ауч! Это... Минус грузовик. Вот это да! Минус грузовик. Спасите меня! О, грузовик без прицепа. О, в космос! О, что с грузовиком? И ладно. Нет, нет, нет!